Мы должны вот сами для себя честно признаваться-то. Мы вообще что-то творим в этой жизни созидательной и мощной, или мы там вот дурака валяем? Я вам подчеркиваю, вы пока валяете дурака, вам плохо. Потому что вот это все, вот это кручение, да, это просто трата, как бы сказать, энергии без всякой разного созидательного действия. Улавливаете, да? Значит, соответственно, когда у вас целенаправленное мышление, у вас, как бы сказать, у вас, условно говоря, гормональный фон меняется. Ну, в хорошем смысле этого слова, понимаете? Потому что у вас там, вы боитесь, что вы не поймаете антилопу, да? У вас, соответственно, адреналин выделяется, да, вот. И, значит, у вас там, она при этом, эта антилопа там фигурирует у вас, как бы, слегка дофамин, что вы можете ее и того, этого и поиметь. Ну, вот. Значит, и, соответственно, вот вообще целенаправленные действия дают жизненный драйв. –